Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Darkwood. Сейчас у нас на дворе будет ночка, и я у себя в комнате, и будем пытаться выжить. Не хватает у меня, конечно, дерева, чтобы заколотить окна, сделать дверь. Придется как-то вот таким макаром справляться. Как говорится, подручными своими вещами. Так, если дверь... Давайте-ка мы ее немножечко прикроем. Ну, как мы обычно это делаем. И встанем именно за нее. Так, надо еще будет маленечко поджать. Совсем чуть-чуть. Так, еще капельку. Вот так вот, чтоб я туда мог поместиться. Конечно. Не знаю, будет меня это спасать или нет. Но выбора нету. Последняя у меня обойма в пистолете. Дробовика, к сожалению, нету. Капкан давайте, наверное, сюда влепим. О, вороны, вороны. Это значит только одно, что сейчас придет к нам банши. Или полтергейст, я уже не помню. По-моему, банши все-таки. Уже идет кто-то. Так, елки-палки, всего лишь 10 часов. Вечер, что-то вы как-то уже слишком рано начали на меня нападать в последнее время, я смотрю. Окно это еще открытое, а? Настежь, видно меня тут как облупленного. Но. Слушайте, по-моему, это банши. Только она так может топать. Так и есть, елки-палки, через окно меня пропалило. Ух ты, как она перемещается, вы видели? Просто портанулась ко мне и все. Ну давай, давай, капкан. Да еще что ли одна? Так, капкан одну грохнул, по идее. С этими придется уже мне самому справляться. Вау, 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 кипишняк-то какой, ребята. Так, ну, хорошо хоть с одного. Да сколько же вас тут, а? Еще одна, да ладно. Не, ну тут уже, по-моему, все. Без вариантов. Я не справлюсь. Три банши, куда? Еще и привидения здесь летают. Куда бы смыться, так куда бы спрятаться от этого всего кошмара. Давайте обратно вот так вот в круговую. И это только лишь второй час ночи. Будем сжечь. Будем сжечь гадов. Больше у меня ничего нету. Гори, птичка. О, я и сам себя поджег, все. Все, хана мне, я сгорел. Не, ну согласитесь, это было довольно жестко все. Три банши, которые вызывают этих птичек на меня. Ну, птичек-скелетиков, так скажем. Да, не получаю я ни репутации, ничего. Хотя, в принципе, я сейчас в ней не столько заинтересован. Но, тем не менее, 250 очков на дороге не валяются. Давайте заберем металлолом. Да, плохо, конечно, что у меня не было окон, не было дверей. Мне кажется, немножко другой был бы исход. Ну, что сделано, то сделано. Давайте продавать этот хлам весь. Что у нас тут еще есть-то? А, камень блестящий. Так, отлично. Ну и забираем патроны. Это в первую очередь проволоку, тряпки, естественно. Как же без них-то? И вроде бы как все. Больше нам ничего не нужно. Выключим генератор. Не будем тратить горючку напрасно. Блин, что-то мне так обидно, а? Надо же было так погибнуть нелепо. Ну и что нам дали? Отдали нам, ребята, охотничье ружье. Угу. Охотничье ружье. Давайте купим недостающие ингредиенты. Так, и... Блин, не хватает, причем очень и очень много. Вот это да. Наверное, даже это мне не поможет. Блин, металлолом, так... В принципе, хотя... Нет, нет, ребят, ничего не получится. Надо будет, наверное, с вами что-то сейчас купить, а что-то потом остальное докупать. Только так, сейчас сразу нахрапом я не смогу ничего это приобрести. Жаль, конечно, я бы посмотрел бы, что это за ружьишко такое.
Ножик есть у нас еще, да? Кстати, ножик можно продать. Хлеб обязательно тоже продать можно. Так. Металлолом давайте выложим. Таблетки, таблетки, таблетки нам нужны. Пригодятся. А, блестящий камень еще есть. Ну-ка, давайте-ка глянем, сколько у нас по сумме получится. Так, ну камень 130, да? И нож 224. Совсем немножко не хватает нам. Так, по-моему, нам нужно... Нужен... Таблетки стоят... Все, короче, ровно напополам делим. И тогда у нас получается. Эх, чуть-чуть. Давайте, наверное, что-нибудь сейчас с вами. Да, вот так вот, я думаю. Все. Хватает. Отлично. Ну-ка, давайте глянем, что там за ружьишко такое. Подожди. А, нет, все на... Двухстволка. Ну-ка. Подожди, а почему? Чтобы создать этот предмет, нужно улучшить... Нужно еще улучшить верстак? Ну, здорово просто. И что же нам нужно до следующего улучшения? Давайте-ка посмотрим. Опять кусачки. Ладно, с металлолом нет проблем. А вот с кусачками, где же я еще возьму-то одни? Я эти-то с горем пополам нашел. И то на шару. Получилось просто так удачно. Топор 5. Давайте-ка сделаем, может быть, себе топор. 5 изоленты нужно. У тебя же продается? Да, есть. 2 штучки. Так, опять у нас вечная, блин, нехватка. То, кажется, все достаточно, всего много. То, как всегда, ничего не хватает. Так, и все равно этого вроде бы недостаточно. Давайте посмотрим. Так, ну, малокалиберный у меня есть. Давайте вот это выложим. Что нам здесь не нужно еще? Изолента пускай здесь лежит. Доски, доски тоже. Гвозди, соответственно. Так, патрончики. Так, лекарство сюда поставим. Ну что, у меня одна обойма всего, ребята. Один патрон для дробовика. Как-то, если честно, много я здесь не повоюю. Однозарядный дробовик. А выбора-то нету. У меня и лопата еще немножко покоцанная. Совсем не айс. Так, ну что, ребят, у нас с вами на очереди грибная поляна. Вы прекрасно знаете... Забор я могу построить? Хо-хо! Я не думал, не знал даже, что здесь можно восстановить забор. Так, руины, свалка. В общем, давайте пойдем по этому пути. Нам нужно... Как... Так, этот... Шмонали, нет? Шмонали. Нам нужно выручить паренька и привести его домой к слоникам. Ну, к семье, которая там в противогазах. Короче, ребята, которые, видно, только что пришли с Припяти. И она будет нам доверять, еще раз вам повторюсь. А что там в их понятии доверия, я не знаю. Или она будет с нами торговать. Иди отсюда, хламон. Все-таки пропалил меня, а. Ладно, будем наказывать. 2, 3. 3 патрона нужно, чтобы убить эту мразь. Странное мясо мы будем брать только лишь для того, чтобы его продать. А в других случаях оно нам бесполезно. Мы уже не можем с вами ничего изучать за эссенцию. Так что чисто для продажи. Так же, как и грибы. Хотя можно и грибы не собирать, чтобы не захламлять себе инвентарь. Вот она у нас и свалочка, да? А помните, что она говорила про свалку? Что на ней что-то можно найти. Так, это грибы у нас. Ладно, давайте заберем. Если что, выкинем. Так, а это что такое? Я думал, что там что-то написано. На дощечке на этой. Какая-то буква H. Или еще что там в этом роде. На свалке ничего примечательного я вообще не вижу. Если честно. Ну, хлам. Мусор валяется. Но здесь должен быть где-то дом. Дом вблизи свалки. Я его пока здесь не отмечаю почему-то. Давайте, может быть, с вами углубимся сюда. Может, где-то здесь он будет.
И, соответственно, так, грибочки еще, да? Ладно, давайте заберем. Раз уж один гриб подняли, пускай копится, их 5 штук в стаке. А здесь у нас тупик и водичка. Хм. Ничего особого нету. Можно пробежаться, в принципе, в... Что? Кто? Кто ты? Ты? Я здесь. Пленен. Ты... Слушайте, это что такое? Это что за... Рогалики. Слышу. Слышу. Освободи меня. О, да это улитки какие-то, ребят. Ой, а это что? Это что такое? Она меня не съест? Смотрите, ребята, вот он, этот дом. Окно изнутри завалило щебнем. Нужно найти другой способ попасть внутрь. Так. О, вот это пригодится мне. Что здесь такое? Металлическая дверь. Здесь нужен ключ. Так я, наверное, могу обойти. О, записка. Капканы, куча гвоздей и досок. Немного полезного металла. Детали от огнестрельного оружия. Веревки, лента, рога, инструменты. Металлолом, старый компрессор, одежда. Поломанный топор, пустые бутылки. Металлолом, хорошая одежда. Какой-то аквалангист нарисован. Или космонавт. И... ГБХ. Какие-то... Смотрите. Отметины. Я только не могу понять, что вообще это означает. Пунктиром. Это грань разрисованная? Или куда мне нужно направиться? Кстати, две изоленты, это очень хорошо. Доски, гвозди тоже шикарно. В принципе, гвозди, как говорится, на халяву. Доски на халяву, я смогу себе дома что-то починить. Ох, так. Давайте-ка с вами воспользуемся фонариком. Посветим, что здесь у нас еще есть. Органические нити. Это какие-то органические нити. Они немного пульсируют. На удивление, они довольно твердые и прочные. Грибы. Ладно, заберем. И тут ухо нам не дает пройти. Ну-ка, давайте оббежим с вами. Посмотрим, могу ли я как-то зайти в этот дом. Раковина треснула. Может, получится ее пробить? Ну что ж, давайте лопатой сейчас звезданем. Ой. Ого, рука. Обыскать. О, странный бесцветный ключ. Ключ от сарая. Смотрите, я... Говорить? Кто ты? Улитка говорит очень медленно и неразборчиво. Она с трудом двигает челюстью, которая будто сейчас отвалится. Ее глаза свисают с щупалец. Она... Колышет ими из стороны в сторону, пытаясь удержать меня в поле зрения. Как? Как ты смеешь прерывать мой вынужденный отдых? Да легко и просто, елки-палки, я пришел. Посмотрите на эту улитку, на ее рожу. Правый глаз улитки поднялся и задрожал. Твое лицо, что с тобой произошло? Челюсть улитки опустилась так низко, что почти отделилась от остального тела. Ты меня напугал, ты едва похож на человека. Прикрылся бы чем-нибудь. Вдруг под ногами я почувствовал легкую дрожь. Улитка оживилась. Тихо. Слышишь? Ты слышишь этот голос? Улитка спряталась в раковину. Она зовет меня, слышишь? Она меня зовет. Улитка замолчала, внутри раковины воцарилась тишина. Она зовет меня, а я здесь пленен, привязан. Тело улитки внезапно наклонилось, деревянная лачушка заскрипела под весом ее громадного тела. Я еле удержал равновесие. Освободи меня, пожалуйста. Я должен выбраться отсюда. Если ты освободишь меня, я уйду. Вернись завтра, и меня уже здесь не будет. Можешь поселиться в моем доме. Тебе там понравится. Только освободи меня. Улитка затихла. Она медленно прислонилась своей огромной головой к стенке раковины. На слизкой коже выступили огромные блестящие капли слизи. Пойми меня, войди в мое положение. Сам я не справлюсь. Я так долго здесь лежу, что у меня затекли ноги. Я не чувствую рук. Признаюсь честно, что нежиться на солнышке удивительно приятно, но мне нужно идти. Пойми, я должен. Ух, давайте покажем предмет. Ты тоже туда идешь? Ну да. Все туда идут. В конце концов, это же дорога домой.
Полезная информация, давайте сплетничать. Это было вчера или пару дней назад, а может год. Я проснулся перед домом, я думал это сон. Я сделал шаг и споткнулся и упал прямо на крышу. Как же это произошло? Вот я тоже хотел бы тебя спросить. Давайте еще. Ты такой безобразный, что мне плохо становится. Ты едва похож на человека. Слушай, а кто я вообще такой? Здесь когда-то был живописный луг, а теперь везде вода, а я потерял резиновые сапоги. Может, у тебя есть какие-то сапожки? Да, конечно, целый арсенал у меня сапог для тебя. Так, что это тут такое? Что? Я уж думал, ночь наступила. Слушайте, ребят, ну вот тебе задача, а? Спасти эту улитку. А каким образом я ее должен спасти? Что ей надо? Неужели сапожки? Если кто знает ответ, пишите в комментариях, буду очень вам признателен. Конечно, я, может быть, и сам допетрю когда-нибудь. Но сколько воды утечет, никому не известно. Вот тебе да, улитку. Так, ладно, паренька-то мы спасем, это однозначно. Здесь у нас, я проверил, все, ничего нету больше. Еще этот дед там в инвалидном кресле, ему, насколько я понимаю, нужны колесики. Или вообще не знаю, что там ему нужно. Если ему вообще что-то нужно. Так, а нам нужно с вами на грибную полянку идти. Там, где я съел бабушку. Которую, наверное, я зря съел. Хотя, ведь был же такой вариант съесть. Был. Значит, это допустимо. Странно, какое-то кладбище улиток здесь. Видимо, тут, когда говорили, что ядерный взрыв был на свалке, да? Они все мутировали. Просто мистика какая-то. Это мистическая игра, хоррор, детектив. Я не знаю, как ее еще назвать. Столько жанров здесь переплетено. Что? Ого-го! Плюс крафт. Ой. Плюс выживание своего рода. Ладно. Нужно нам шевелиться и как можно быстрее попасть на поляну. Ну, хотелось бы, естественно, без приключений. Петухи орут. Так, каменоломня. Ну, каменоломня нам не нужна. Мы там были с вами, там ничего нет, кроме камней. А вот здесь где-то у нас должен быть домик. Найти бы его. Так, а это еще что такое? Кто это такие? С ружьями. Ни хера ты не видел. Я видел, но ночью. С тех пор, как их выселили, никто сюда не приходил. Тогда откуда он? И он не местные. Да, подбить я их не могу. Это что такое? Кто это такие? Сидят три чела на полянке. Подбить я их не могу. Но в то же время они как живые. Может быть, они мертвые, просто души их не говорят. Я уже сам не разбираюсь, что здесь происходит. Уже чисто делаю свои догадки. Где дом? А, вот он, ребятушки, дом. Мне нужно туда попасть очень аккуратненько. Еще это часовня здесь. Так, ну что, по-моему, через окно мы с вами залазили, да, в тот раз? А, там дверь есть, ну, в принципе, без разницы. И... Так, ну тут открывает... Я говорю, открывается дверь. Ой, ёлки-палки, поспешил. Ну ладно, таблетки у меня есть. Если что, я в любой момент смогу подлечиться. Так, вот она, бабулечка у нас. Труп ионный. А вот у нас и парнишка, ребенок. Возле стены, поросшей огромными грибами, стоит мальчик. Видно, что он испуган. Его густая челка падает на широко открытые бегающие глаза. Мальчишка шепчет, будто декламирует что-то себе под нос. Мальчик... А, ну это мы читали, все, съежится. Так, встать на колени и протянуть руку мальчику. Мальчик очень напуган. Он медленно опускается на пол и принимает позу эмбриона. Бормотание превращается в громкую декламацию. Один медвежонок ел суп спокойно. Пришел еще один и стало мишек двое. Четыре медвежонка вдруг стали танцевать. Пришел еще один и стало мишек пять. Посадить мальчика на плечи и отнести домой. Да, конечно, ребята, мы будем с вами его нести домой. Когда я беру мальчика на руки, он начинает кричать и снова повторяет стишок.
Один медвежонок. Ну понятно, короче, стишок он свой сейчас проговорит. Дорога будет долгой. Конечно, ребята, будет долгой. Когда мы проходим мимо останков старушки, мальчик перестает декламировать. Я чувствую, как он пальцами вцепился в мой плащ. Бабушка! Переступая порог дома, я слышу его тихий плач. Оу, ребята, я съел бабушку. Это его бабушка, оказывается, была. Ты привел моего сына. Женщина склонилась над мальчиком. Марцин, где ты был? Мальчик опускает глаза. Подойди сюда. Марцинек нервно, теребя свой старый изношенный свитерок, медленно подходит к склонившейся над ним женщине. Ты посмотри на себя. Где твоя маска, оболоны сердобольного брата твоего? Его любовь нас бережет, наполняя наши легкие чистым воздухом. А ты вот так говоришь ему спасибо? Ты рассердил его своим поведением, неблагодарный. Сейчас мы все будем просить прощения за те глупости, которые ты натворил. Двое ребят, стоящих за спиной женщины, содрогнулись. Только не надо наказывать паренька, пожалуйста. Женщина берет Марцинка за руку и исчезает в сенях. Через секунду она возвращается с кислородным баллоном. Возьми, это тебе. Он убережет тебя от зловредного воздуха, сатанинского дыхания и другой желчи этой земли. Это единственное, что у меня есть и что я могу тебе дать. Баллон немного заржавел, но в остальном он невредим и герметично закрыт. Снаружи на нем что-то нацарапано. Нужно приложить немного усилий, чтобы открутить вентиль, но воздух не идет. Баллон пуст. Не открывай просто так, не трать чистый воздух. Женщина убрала мою руку с вентиля и быстро его закрутила. Пусть он тебе послужит. Спасибо тебе, слоник, елки-палки, но почему баллон-то пустой? Мне нужен с кислородом. И что же вы теперь предложите мне делать? Так, ну здесь нельзя ни сплетничать, ничего, ребята. Ну это мы уже с вами читали. В общем, все доверие заключалось в чем, получается? В кислородном баллоне, правда, пустом. Отлично просто. Лучше, блин, не придумаешь. Нужен ключ. Оу. Слушайте, а мы же там были. Это же пришел еще один и стал мешать двое. Так, это он там стишок. А что это она паренька, главное, отвела, да, в сени и закрыла? Очень это, конечно, подозрительно. Старый сарай. Ох, я даже не знаю. Я даже не знаю, что нам с вами и делать. Пустой баллон. Но его можно наполнить. Так, но его нужно и можно наполнить. А где? Где мне его наполнить? Сплошные загадки, ребята, сплошные. Я уже даже и не знаю, что мне здесь делать. Ладно, с женщиной мы разобрались, с пареньком. Бабку съели, нас за это не наказали. Как я посмотрю. Так, странное мясо. Это хорошо. У нас очень много еще всяких тут локаций. Свалка плюс маяк. На лесопилке нам делать нечего. В деревне нам тоже нечего делать, так как нам нужно переплывать. Переплывать там, вы помните, под водой. Но для этого нам нужен баллон с кислородом. Заряжен, естественно. Значит, ставим перед собой цель. Зарядить баллон кислородом. Просто, если честно, я ума не приложу как. Как это можно сделать и где мясо? Что ж, давайте, наверное, тогда... Время у нас сколько? Третий час. Так, а ну-ка вот сюда вот тоже зайдем, посмотрим. Здесь мы с вами аборигена тогда чпокнули. О, а тут что-то есть. Как я тогда не увидел? Это же... Или нет? Так, ну-ка давайте-ка подойдем сюда. Мешок. Ух ты, металлолом, веревка. Аппарат сварочный. Так, и больше у меня не помещается. Так, оу-оу-оу, разогнался, далеко ли ты бежишь, парнишка? Че, их двое, что ли, тут, нет? Гад, сейчас у меня... О, двое. Ну? А как это, интересно, я того с удара завалил, а? Хе-хе-хе.
Ладно, давайте сделаем так. Что у тебя? Два посоха. А для чего нам посох нужен? Ну, для чего-нибудь пригодится. Выкинем, наверное, с вами мясо вот это вот. И... Да ладно, в принципе, наверное, может быть, одного посоха нам хватит. Неохота мне завалить инвентарь вот всяким барахлом. Нет, все-таки гвозди нам... Нам гвозди нужны будут. Хотя, если подумать, у нас их дополна на верстаке. Ладно, оставим все как есть. Посох идет только на топор, на лопату. Вот здесь гвоздики. Бревно. Бревна нам тоже некуда ложить. Кстати, вот здесь очень странно поросла плесень. Но я вижу капкан. Это металлолом. Пригодится. По крайней мере, у нас потребность в металлоломе вообще полностью исчезла. Так, я вижу гриб там. Нафиг он нам нужен, да, как говорится. Давайте возвращаться с вами до хаты. Слушайте, откуда здесь разрослась эта плесень? Так, это мой дом-то? Нет, это не мой дом. А, это же где у нас эти трупоеды были. Все, я вспомнил. Единственное, мне такое впечатление, что... Кажется, что я где-то что-то упустил. Где-то как бы не облазил, может быть, что-то потерял. Так, руины. Значит, домик наш находится немножко ниже. Ниже и правее. Получается так. Ладно, давайте еще разок пробежим, чтобы... Жалко, здесь нельзя на карте делать отметинки, да, такие, где я был, или чтобы что-то не забыть. Чтобы было проще немножечко ориентироваться. Здесь даже не обязательно вот эта вот карта, чтобы я на ней был отмечен и уже как бы запомнил местонахождение всего. Ну, отметинки можно было бы делать, так бы упрощалось бы немножко игровой процесс, и время мы свое бы... Так, я вижу этого. Вот он. Нафиг ввязался, гад. Черт бы его побрал, раз. Оу, чё, кончились патроны. Да ну, да хорош. Давай, все, сейчас я тут и слягу. Ну, гори. Подбил? Нет, не подбил. Или подбил? Ребят, я просто на волоске от гибели. Давайте быстрее. Давайте сделаем по-быренькому с вами бинты. Блин, места, как обычно, нет в инвентаре. Придется выкинуть что? Что выбросим-то? Мясо? Нет, давайте выкинем посох. Он стоит всего 15. И сделаем себе бинт. Так, отлично. И заюзаем его. Ёлки-палки, у меня таблетки были. Зачем я бинт делал? Ой, вот оно все, спешка. Ладно, бинты тоже не помешают. Тем более он всего один. Угу, надо, значит, идти ниже. Этого мы не будем трогать. Пускай валяется себе здесь. Нафиг, будем вот так вот. Где есть суша, лучше передвигаться по ней, чем по этому болоту, где полным-полно этих всяких тварей. И лопата у меня, кстати, ребята, на исходе. Скоро поломается окончательно. И я останусь без оружия ближнего боя. А без него никак нельзя. Тут мы просто не обойдемся. Время 6 часа. Так, откуда здесь у меня образовалась плесень? Вот это вот вопрос. Но в любом случае она меня здесь не устраивает. И ее надо сжечь. В обязательном порядке. Потому что она может дальше, как говорится, распространиться здесь. Так что давайте сделаем факелок себе. И пока есть возможность и время, мы зачистим. Так, металлолом выгрузим. Капканы. Ну, в принципе, нам тоже они нужны будут. Все-таки на дворе ночь. Скоро уже. И нам нужно будет защищаться. Так, раз, два. Два капкана есть. Три. Оу, что-то у нас испортилось. Ладно, пускай здесь лежит. 6 часов. 7-й пошел. Взрывоопасная бочка. Ну, я не знаю. Не стоит, я думаю, делать ее. Она бумкает очень сильно. Все вроде бы, да? Оу, у нас же топор есть.
А, и посох есть. Все, все нормально. С вами мы сделаем топор в любом случае. Плюс у нас изолента. И ее должно как раз хватить. Давайте-ка сделаем еще капканчиков. Раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, достаточно. Пошлите укрепляться. Генератор включим. Так, у меня хватит здесь на этот-то. Ну-ка, давайте посмотрим. Воу, заколотим обязательно. А вот сюда уже, наверное, нет. Да, не хватает досок. Нехватка досок, вечная проблема с ними. Ну что же, установим капканчики. Так, здесь поставим один. Наверное, вот здесь, вот на проходе нам надо будет один влепить. Хотя, будь моя воля, я бы тут все усыпал этими капканами. И под окнами поставил бы. Так, раз, два. Два капкана еще есть. Хорошо. Так, это если мы будем, например... Вот давайте сюда, наверное, один влепим. Потому что вы прекрасно видели, они любят у нас разбивать окна и заползать. И, наверное... И сюда один. Так, берем бутылки Молотова в руки. Хотя с ними тоже опасно, елки-палки. Давайте глянем, что у нас тут есть. Так, еще один капканчик у нас остался. Грибы, грибы испортятся, это однозначно. Не дотянут они до утра. Раз, два. Ну, даже если кто-то пойдет, все равно вляпается. Должен вляпаться. И дробовичок у нас в руках, наверное, будет. Для пистолета, к сожалению, не хватает патронов. Нет обоим. Это чертовски плохо. Так, вот сделаем, чтобы поудобнее было переключаться. Все. Осталось нам только выжидать у моря погоды. Так, канистра с бензином. Ладно, все, все у нас пока на мази. 5 отмычек. Меня удивляет, что я наконец-то имею целую кучу отмычек. Теперь я могу взламывать, взламывать и взламывать. Ладно, будем ждать ночи. Что-то мне подсказывает, что ночка тихо не получится. Вон, как видите, опять начинаются. Я капкан поставил под одно окно, и они как вот чувствуют, где нету, и ломятся. Ладно, на одного пса у меня есть патрон. Что дальше будет, ума не приложу. Придется, может, кинуть коктейля Молотова туда, а? Как она только появится, бросануть. Может, успею запалить ее, чтобы она сгорела. Неохота мне просто патрон тратить последний с дробаша. Если придет там трупоед или еще кто-нибудь, лучше на него. Ух, так, а время-то еще ночка не наступила. Вот только сейчас она будет. Хорошо, там два капкана, один на входе. Тараканы побежали, это дурной знак. Гниль пошла. Эх, забыл я кто. Ух ты ж... Так, вот она, давайте бросать. Загорелась, да? И-и-и-и-и-и. Опачки, сработала моя ловушка. Сгорел этот пес. Двери, конечно, немножко не так стоят. Ну, зато я вижу капканы. Не забываем, что на входе в эту комнату тоже есть капканчик один. Кто-то идет, кто-то шуршит резиновыми сапогами. Я просто не помню, когда вот это вот начинается, тараканы и гниль. Там, соответственно, вроде бы появляется плесень, но кто вот это распространяет, я не знаю. Когда вороны летают, это банши появляется. Когда мы слышим хрюканье и улюлюканье, это трупоед. Когда мы слышим бормотание, это у нас аборигены. А вот про пауков не помню. Ну, по-моему, ничего такого страшного нету. Если только какой-нибудь там полтергейст, который любит колотить и трясти мой дом. Тем не менее, смотрите. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Кто-то где-то крадется. Трупоед, что ли? А, ты смотри-ка. Кто тут у нас по... А,
Ой-ой-ой-ой-ой, сгорел, нет? Он должен был сгореть. Да-да, именно так оно и должно было получиться. Черт, я что-то не понял, а что у меня... Куда двери-то делись от комнаты? Ух, так, что у нас есть-то вообще? Да ничего нету. Дробовик. Один дробаш остался, все, ребят. На него я и уповаю. Если еще кто-нибудь появится. Так, ну тем не менее, уже 7 час. Хотелось бы верить, что больше никого тут не будет. Но кто-то идет. И это вроде бы трупоед. Только бы не он, а. Только бы не он. Кто? Оу, да какого лешего? Как вы появляетесь-то, а? Вроде вот не было только секунду назад, он откуда-то берется. Давай, давай, солнце, солнышко, давай, родное. Неужели у меня получится выжить, а? Да, yes. 42-й день, ребята. 42-й день, 250 очков у троицы я получаю. Ну, относительно, скажем, ночь была спокойная. Так, капкан забираем. Все-таки сработало здесь. И, как вы видите, ребята, плесень распространилась. Значит, я был прав, что когда появляются жуки, это распространение плесени и всякой вот этой требухи. Ладно, хорошо, факел есть, давайте ее выжигать. Я не хочу, чтобы она у меня тут по квартире распространялась. Нам все-таки еще здесь бегать. Тем более рядом с печкой. Факел погас. Ну, нам хватило, хватило. Так, тут пусто. Генератор выключим. Ой, очень-очень мало бензина осталось. И, естественно, мы будем с вами забирать все, что здесь есть. Это, соответственно, это мое на продажу все. А что-то маловато как-то. Но нам нужны патроны. Патроны. Так, ну и тряпки, конечно же. Металлолом мы уже не будем покупать. У нас его и так целая куча. Как говорится, и на своих ресурсах пока проживем. Оу! Ого-го! Блин, давайте попробуем через окно. Я не знаю, получится или нет. Какого лешего она тут распространилась? Да еще... Ой, все-таки вляпался маленько. Давайте делать факел. Тут уже хочешь, не хочешь, придется. Так. И выжигаем все здесь. Ох, елки ты палки. Генеральная уборка у нас сегодня в доме. Ну, хватит мне. Должно хватить. Да, как говорится, тютелька в тютельку. Ой. Так, чего у нас не хватает и чего нам нужно? Ну, это понятно, отмычка. Так, давайте объединим эти гвозди. Одну отмычку выложим, потому что, оказывается, в стаке их может быть всего 5 штук. Сигнальный факел, батарейка. Так, бензин. Да, нам нужно, наверное, с вами заправиться. Баллон, баллон. Я вот не знаю, стоит ли мне пытаться с этим баллоном идти в деревню и заныривать. Или все-таки искать, где нам можно его зарядить. Хотя ума не приложу, где. Так, у нас еще одно мясо, его надо будет продать. И одна доска. Всего лишь одна доска. Бинты. Что еще тут можно сделать? Ну давайте объединим гвозди. Одна ячейка у нас освободилась. Одна всего лишь ячейка. Так. Ну, я думаю, что все. Давайте у троицы продадим последний хлам. Это будет мясо. И всего лишь 149 очков у нас осталось. Это очень-очень мало. Жаль, жаль, конечно же. Давайте заряжать наш генератор. Канистра пуста. Очень-очень быстро. Ну, а это... Да, на 3 как раз полосочки нам хватит. То есть на 2 ночки.
смело. Ну, мне нужно дерево. Мне нужны доски. Гвоздей пока хватает у нас. Слушайте, где-то я помню оставлял... Ага, давайте заберем металлолом. Где-то я оставлял очень большой пак бревен. Где-то выкладывал. Мне нужны были материалы. И я их просто выбросил. Только вот где, не помню. Так, пускай это все здесь у нас, наверное, полежит. Так, металлолом. О, еще и здесь плесень. Ага. Факел есть? Отлично. Давайте немножечко здесь зачистим. Я, знаете, что думаю? Вот если, предположим, есть баллон, у меня кислородный, он может разносить двери, которые я не могу открыть, которые нужно открывать с помощью ключей, там, отмычек. Могу ли я так делать? Ну, ставлю баллон напротив двери, бью по нему, например, там, лопатой той же самой. Он летит, соответственно, взрывается. По крайней мере, у меня в доме он двери снес. К ядре не фени, все причем. Мне кажется, надо будет это попробовать, поэкспериментировать. Все равно мы ничего не теряем с вами. Радиовышка. Радиовышка, радиостанция, маяк. Ладно, давайте мы с вами пробежимся сюда. Я знаю, что вот здесь должны быть у нас бревна. Камень! Я что, все позабирал здесь? Да ну, не может быть. Должен же что-то оставить. Ага, вот здесь есть. Здесь у нас есть. Так, хорошо. И я надеюсь, что вот в этой кучке тоже будет. О, а как это так? Ха. Хожу, хожу, а здесь трупец. Да еще и с лутом был. Так, а вот здесь, по-моему, копать можно. Но, как вы понимаете, лопатка-то у меня покоцанная. Для этого ее нужно сделать, обязательно починить. Я еще ни разу не копал. Я хочу посмотреть, как это все будет выглядеть. Слава богу, здесь недалеко от домика. Ну, наверняка я этот труп шмонал. Не может же он... Да, он тут чистый. Я представляю, да, картина такая. Идешь по болоту, везде трупы, всякая хрень вылазит. Ящеры какие-то. Мутанты лазят, которые бросаются в тебя частями тела, в данный момент руками, от которых потом еще вырастает такая же мразь. Фух, картина просто достойная фильма ужаса хорошего, если делать постановку. Да, кстати, неплохая была бы задумка, очень даже неплохая. Так, два горючки. Ну что же, будем заправлять. Нам придется, наверное, очень много заливать сюда бензина, чтобы настругать нам досок. Ну, а куда без них, ребят, согласитесь. Сейчас я буду лопату делать. Плюс мне надо будет двери починить. Так, там окно еще надо будет заколотить. Да, бензина здесь надо будет много. 168. А у нас заодно только 25 берут. Ну что же, 12 досок. 12 досок, это тоже неплохо. Так, давайте починим. Чего там? А, я не взял. Вот все время забываю забрать... Не скрипи. Так, вот теперь давайте чинить. Отлично. Лопата у меня, как вы знаете, полностью прокачана. Так что отлично. Здесь нам... Пройду я тихонько, нет? Или все-таки сработает, а? Понаставил сам для себя капканов. Вот, например, вот это окно можно отсюда попробовать, наверное, заколотить. Да, как раз хватает. И еще... Подождите, дверь. У меня же вроде бы все двери здесь. Или я вру? Так, а тут нет двери. Так что, конечно же, будем делать. Ух, ну хоть какая-то проблема у меня с плеч спала. Так, а сюда не хватает. Ну, а я бы не отказался бы от шкафа. По крайней мере, можно было бы прикрывать дверь. Ладно, шиш с ним. Так, что у нас там, я уже забыл, мы с вами оставили. Да ничего мы не оставили. Мы просто набрали с вами бревен и прибежали сюда.
Так, а у волка я, по-моему, не... если я не ошибаюсь, на лесопилке тоже там оставлял. Вроде бы как таблетки какие-то. А это все-таки деньги. Живые деньги. Или очки. Нет, это очки. Очки репутации. Денег тут таковых здесь нету. Так, посмотрим этот стак. Да, здесь мы были. Труп обыщен. Ага, вот она могилка. Могилка, ну ямка. Копать, сколько он там? Половину хп что ли сейчас у меня от лопаты уберет? Ну да. Ух ты. Слушайте, стоящая вещь, между прочим. Если так будет в каждой яме, я готов чинить лопату хоть каждый раз. Так, что тут у нас непонятные какие-то организмы валяются дохлые. Тварь засекла, да? Или нет? Ну, идет, по крайней мере, в мою сторону. По-моему, заметила. Просто она по болоту идет очень медленно. Три. Должно же быть три патрона на нее. Все. Видимо, один я промазал. Ну что, тут кроме мяса нечего нам ожидать. Можно... Ну, здесь я не был. Сундук, скорее всего, не обычный вот этот вот. Так что давайте его проверим. Да-да-да, отлично. Отмычек у нас хватает. Ну, неужели? Оу, да тут вообще лут шикарный. Я себе смогу сделать броню. Теперь. Металлолом. За... Тихо. Черт, да быстрее ты обыскивай. Куда это она? Ага, попала в капкан, дура. Иди сюда. Где-то здесь, она может появиться где угодно. Слушайте, ребята, кстати, не она ли делает вот эти ямы? Помните? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, вот. Да что ж такое-то, а? Оу. Ничего себе, подвигается на... Да какого лешего патрона? Сдохла скотина. Непонятно почему и от чего. И смотрите, главное, из... это как голова. Вы поняли, да? То бишь, она вселяется в тело. Вот эта хрень, скалопендра. Ну и когда мы убиваем, так сказать, не саму скалопендру, а сам организм. И она его покидает. А здесь-то у нас что? Самодельная кровать. Примитивная койка из сухой травы и старого мешка. Кто-то недавно тут спал. Я, в принципе, да... Фотоаппарат старый, зенит. Хм. Я даже предполагаю, что здесь, наверное, был оборотень. Тело. Наверное, умер от голода. И это кормежка, конечно же, его. Он тут наверняка баловал. Черт, я даже не знаю, что тут можно выкинуть. Давайте так сделаем. Металлолом возьмем. А почему я беру металлолом? Естественно, все, ребята, ради капканов. Сами прекрасно видели, капканы очень хорошо нас выручают. И было бы... О, сгоревшая бумажка с картой. Карту не разобрать, в углу что-то нарисовано. Комбайн. Комбайн, в углу что-то нарисовано. Комбайн. Слушайте, а комбайн мы где-то видели? Или нет? А это что такое? Страница из дневника. В новостях одна брехня. Я ждал только, чтобы посмотреть про спорт. Мы выиграли 2-1. На ночь я посмотрел «Пластилиновую ворону». Скучно живется, когда ты в отпуске. Через неделю я отправлюсь в лес в шестой раз. Мы зайдем с запада. Вылазка обещает быть долгой. Мы будем идти по одному из самых длинных тоннелей. Он доходит почти до последней зоны. Он начал якобы немного осыпаться под давлением корней. Но работа срочная, поэтому хер с безопасностью. Не знаю, каким чудом выходит держать этот цирк в тайне. Скука называется. Ха, интересно. А какой цирк? Это что тут, какая-то экспедиция что ли была? Так, и в данный момент мы находимся... Оу, скелет не обычен. Хотя в нем ничего нету. А где сама радиовышка? Она здесь вообще должна быть или нет? Черт, самое хреновое, что я сюда пошел без часов. Я не знаю, сколько времени. Блин, зря я их выложил, конечно. Как говорится, будем играть на ощупь. Ориентироваться по солнцу. Ну что же, вот у нас и лесопилка. Ну, давайте пойдемте к оборотню сходим.
Делать нам нечего. Будем коротать время. Так, а здесь будут бревна, нет? О, да тут и гвоздей, и бревен очень много, но у меня опять инвентарь весь под завязку. Ну что ж такое-то? И выкинуть все жалко. Знаете, я не жадный, я домовитый, как говорил домовенок Кузя. Я что-то типа того. Так, ну что же. Съесть. Подкрепились. Заходим. Ну, где ты здесь, олух? Выходи. Тишина. Так, да что у нас такое? Подарок. Не хочу знать, что внутри. Нет, я не хочу смотреть, что там внутри. Лучше его не открывать. Да, ты подарок отобрать. Кусок говна оставил, гад, а. Гвозди забираем. Эх ты, оборотень, ты еще у нас и приколист, оказывается. Слушай, ребята, а на самом деле, куда же он тогда подевался-то у нас, а? Оборотень-то, если его здесь нету, на лесопилке, значит, он где-то ходит, бродит. Так, граммофон бомбина. Скрипка. А вот она, походу, дела скрипка скрипача. А ведь я не могу туда вернуться обратно. Жаль. Я бы скрипачу бы доказал бы, что это все делал оборотень, а не я. Что такое? Древесина. Гвозди возьмем. Больше ничего здесь я взять не могу. Да. Ужасно, конечно, осознавать, что оборотень, который с нами торговал и якобы по началу игры нам помогал. Если ты это читаешь, значит, ты пришел за своими безделушками, мясцо. Увы, я не могу тебе их отдать, но ты не грусти, я приготовил тебе утешительный приз за твое не очень удачное выступление. Увидимся в следующей жизни. И ключик какой-то. А ключик-то от чего? Я, насколько помню, у меня даже где-то валяется ключ от его убежища. Но я понимаю, лесопилка это не его хата. Это так, левое пристанище. Блин, жалко, что я... О, вот, вот мои вещички, ребята. Нет места в инвентаре. Жалко, что я не могу сделать убежище себе из любого помещения, да? Потому что не хватает вот этого газа, который выделяется при поджоге печурки. А так было бы хорошо, да? Я бы здесь бы забаррикадировался бы по полной программе, обставился бочками себя. И хоть бы одна душа бы сюда попала бы. Ни один демон бы не просочился. Просто валил бы всех. И был бы просто в куражах. А так приходится, блин, жить в какой-то лачуге, в которой то окна, то стены наладом дышат. Но, по крайней мере, грех жаловаться. Потому что мы не умираем все-таки окончательно. А если бы, представляете, да, меня бы подбивали бы, мы начинали бы все заново. Вот это было бы просто жесть. Просто жесть. А так мы просто-напросто теряем очки репутации. По своему принципу мы бессмертные. Ну что, я даже не пойму. По-моему, как у нас темненько становится. И нам пора бы, наверное, побежать до дому, до хаты. Оборотень нам подарочек свой оставил. Скромный. Так, давайте. Так, вот, сломанный компрессор. В убежище я нашел сломанный компрессор. Нужно его починить. Старик, подвал под деревом. Я обнаружил подвал под деревом. Кстати, мы в него спускались. Да, мы в него спускались. Так, и вот нам нужно уничтожить говорящее дерево. В старой какой-то лачуге возле свалки, согласно записи, на свалке можно найти запчасти для компрессора. Они могут мне пригодиться. На свалке запчасти для компрессора. А у нас на свалке кто? Улитка. Семья в кислородных масках. Ну, это все, ребятушки, мы с вами читали. Взрыв. Что-то произошло на свалке в южной части болот. Примитивная карта. Вот карта это тоже. И я наткнулся на... Угу. Оказалось, что она умеет говорить. Она умоляет освободить ее. А как улитку эту освободить? Я думаю, что, наверное, если улитка уйдет, то, скорее всего, в домике мы с вами обнаружим
запчасти для компрессора. Видите, да, женщина в маске дала мне баллон высокого давления. К сожалению, он пуст, в нем нет кислорода. Его нужно заправить, и заправить я смогу с помощью компрессора. А компрессор, как вы помните, у меня в убежище. Там, в соседней комнатке. Так, елки-палки, какого лешего ты тут делаешь-то, а? Средь бела дня-то. А может быть уже ночь? А я тут бегаю. Давайте, ну, на всякий случай, вот так вот. Я сделаю, вдруг она... Да нет, вроде не идет. Нет, не идет. Это хорошо. Но она меня пропалила, скорее всего. Так, вот эти уже местности мне знакомы, поэтому домик мой где-то будет рядом. Вот сейчас мы это болото пробежим. Да-да-да, все, я уже практически ориентируюсь здесь на ура. Да, вот мы сейчас вниз с вами пойдем. Кстати, вот это вот чувырло, которое ходило, банши, если не ошибаюсь, это от того домика, где сидела Кикимора эта. Мама у нас в гости. Или же она здесь просто. Ну, я в первый раз вижу, чтобы днем банши бегала просто так, свободно передвигалась. Я ожидал, что она ночное какое-то там существо. А выходит, нет. Или же я еще раз говорю, что сейчас уже ночь. Да ну нафиг ночь. Не может быть никакой ночи, потому что мне бы хотя бы было бы предупреждение, что поспешите к себе домой, время подходит, вам нужно укрыться. Но этого не было пока. Так что живем. Таблетки у меня есть, подлечиться я смогу. Давайте-ка еще разок сюда мы с вами зайдем. Оу! Патроны. Слушайте, я здесь еще не все добрал даже. Ха-ха. Довольно хорош домик для меня здесь. Так, где-то тут свистит это, которая жаловалась в тот раз. Ладно, я в следующий раз думаю, мы сюда с вами навестимся. Не будем пока искушать свою судьбу. Что, что, что? Оу! Вот она! Да-да-да, ребята, именно ползет. Слушайте, для нее достаточно было одного патрона. Сейчас побегут ее птички, вот эти вот дохлые. Или не побегут? Бегут, бегут, бегут. Я слышу, слышу их не писк. Давай, 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 быстрее, быстрее, Герасим, беги. Мне вот интересно еще такой вопрос, да, ребята, говорят, почему ты так ужасно выглядишь? А может быть я какой-нибудь даже не человек, а монстр? Просто в шапке, в плаще, меня же никто не видит. Я сам себя не вижу. Не, вроде бы как оторвались, да? Не бегут эти уродские птенчики, скелетики за мной. Так что все на мази. Так, ну что, бревен у меня достаточно, чтобы есть все это на распилочку пустить. Получить достаточно досок. Пускай будут они у нас на запасе. Тихо. Идут, ползут. Да ну. Ой, да их по выстрелу, щенки. Хе-хе. Какого лешего-то? Че, их четверо, что ли? Я думал, их по трое. Ну, ошибся, значит, я. Гнилой гриб тут валяется, только смущает меня лишний раз. А, здесь у меня капкан. Если бы я сейчас ломанулся быстро, я бы обязательно в него попал. Так, камень, два, две штуки. Не нужен он мне. Так. А у меня, по-моему, мало места. Давайте-ка вот сюда мы выложим. Вот бревно. И вот. Досок-то нету? Нету. Давайте тогда заправляться. Ну, давай, Герасим. Делай дело. Да, всю бочку спустим. Почему бы и нет? Пилякать нам еще здесь очень много и долго. Так, надо будет потом часы забрать. А то как-то без времени мне не кайфово бегать. Так, допиливаем. 12. Короче, с двух бревен у нас получается 12 досок. Ага, броник. Броник у меня есть. Это надо будет тоже сделать. Так, вот они, мои часы. Сколько тут у нас натикло? Оу, как раз, ребят, смотрите, прям вот вовремя я вернулся.
Ой, хорошо-то как. В родном доме. В родном моем убежище. Так, у меня 4 лекарства. Здесь мы прикроем двери. Единственное, чего у меня нету, это капканов. Капканы мне нужны. Так что есть смысл сбегать и сделать их маленько. Так, давайте-ка, сколько у нас тут? Ну, металлолома хватает. Ну и, естественно, без горючки нам тоже никуда. Сколько у нас вышло? Блин, делать не делать. Давайте лучше капканы. Раз, два, три. Четыре. Пять. Шесть. И последний. Семь. Семь капканов. Я считаю, это довольно хорошо. Мы можем с вами сейчас практически там полностью весь свой дом облепить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, семь капканов. И, да, в принципе, нам больше здесь пока ничего и не нужно. Еще у меня такой вопрос гложет, где же взять мне кусачки? Еще одни кусачки, чтобы я смог апгрейдить себе верстак и уже делать ружья охотничьи. Не знаю, чем оно будет отличаться от моего дробовика однозарядного. В общем, когда сделаем, увидим. Да что такое? Что так темно-то? Ничего не вижу, вот. Ну что ж, время 8 часов у нас почти. Скоро заработает радиостанция «Хоррор». Будем с вами отбиваться. Ну, конечно же, мне хочется эту ночку выжить. 250 очков репутации получить. Ну и, естественно, закупиться по полной программе. Все буду сейчас залеплять здесь. Абсолютно. Давайте вот под этим окошком поставим. Чтобы было всем неповадно, этим псам, горгульям. Кто там у нас еще? Тварей всяких хватает. Ну и еще, конечно, вот здесь поставим. Может быть, даже одного будет достаточно или еще влепить, а? Давайте вот так вот сделаем. Не, ну согласитесь, капкан очень хорошая вещь. Если в него попадаешь, даже если ты выживаешь, ты там в нем зависаешь на сколько-то секунд. А это очень хорошее подспорье для добивания. Давайте броник еще оденем. Так, все. Шикарно. Лопата нам нужна. Патронов в пистолете у меня где-то на... Так, ты тихо, ты не буянь. Надо еще нафиг поставить. Потому что я сейчас в данный момент за дверьми стою. Если он даже будет ломиться ко мне сюда, он меня просто будет вытеснять. Если он захочет бежать, там пес или неважно кто, он попадет в капкан. Я на это рассчитываю, в общем. Все, ребята. Начинается ночка. Будем с вами, давайте, может... Да он тут не поместится уже, по ходу дела, да? Вот, если только вот сюда еще влепить. Не перебор ли это будет, ребята, а? Ну, как говорится, мой дом, моя крепость. Ну, а когда мой дом защищен, то это вообще ура. Две бутылки коктейля Молотова, целый патрон в дробовике и где-то 3 или 4 выстрела из пушки, из пистолета. Должен я прожить эту ночку. Все, ребята, ночь уже в полном разгаре. Какого ты перепуга? Оу, ё-моё, да как так-то? Оу. Она тоже вляпалась. Кто быстрее выкарабкается из капкана? Я или эта тварь? Блин, одновременно. Да ну, ты посмотри. Она мне пробила меня и броник. Оу, вот тебе, блин, и... Защита, как говорится, моего дома. Крепость, блин. Сам же и попал. Такую нелепую передрягу. Ладно, ребята, на этом я, наверное, буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы уже встретимся с вами в следующей серии.
И будем дальше думать, что нам делать. Как-то надо выручать эту улитку. Что для этого надо, ума не приложу. Если кто знает, пишите в комментариях. Буду очень вам признателен, благодарен. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Удачи вам.